идти, тут Стураро лежит вместе с Куцкой. Пелегрини навешивает штрафную на Скамаку. Подбор за Баделем. Бадель штрафной. Шамуродов! Это его первый гол! Это его первый гол в Италии. Был первый пас в четверг, а сейчас первый гол Шамуродова. И я уверен, что весь Узбекистан сейчас на ногах. И что весь Узбекистан сейчас празднует первый гол Ильдора на итальянской земле, потому что он сейчас оказался в нужном.